4 года тюрьмы за образ сотрудницы ГИБДД. В Смоленске осудили 26-летнюю девушку, которая, представляясь инспектором ГАИ, обманула 16 человек на 1,5 миллиона рублей. Несколько месяцев Анастасия водила за нос потенциальных клиентов, которым обещала оформить права и помочь при сдаче экзаменов в ГАИ. На встрече осужденная надевала полицейскую форму, говорила, что у нее родственные связи с руководством полиции города. При обысках у нее дома обнаружили печати, бланки документов и паспортов, а также саму форму. Следователям тогда она заявила, что костюм она купила для маскарада. Форму покупали на концерт. Печати нашли ИП Крюшукова. Так, расписки, печати. Расписка одна по долгу. Девочка кольцо у меня залог оставляла, денежку брала. Все. Прошу присаживаться. Суд в итоге приговорил Анастасию к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 17-го года.